День будет насыщенным на события. По традиции, все начнется утром с возложения цветов к памятникам воинской славы. Затем торжественное шествие вдоль проспекта Ленина, который превратится в Брянскую улицу. Сегодня мне не хочется раскрывать все сюрпризы и секреты, которые мы подготовили для жителей Брянской области в этот памятный день. Скажу лишь один секрет, что брендом нашей Брянской земли и в День Победы является песня «Брянская улица к победе нас ведет». И поэтому вас ждут музыкальные произведения, которые будут звучать из всех рупоров, назовем это так по-военному, которые будут расположены на центральном проспекте, и название нашего проспекта Ленина превратится в название «Брянская улица». На площади партизан развернется интерактивная площадка «Солдатская кухня», где вместе с настоящей солдатской кашей будут разыграны сценки на военную тематику. Особое внимание уделят всероссийской акции «Бессмертный полк». У многих наших жителей сложилось впечатление, что обязательно вот в «Бессмертном полку» надо пройти с определенным стандартным штендером, с определенным размером. Но это совсем не так. Шествие «Бессмертный полк» – это память и гордость за наших предков. Поэтому если кто-то снимет со стены портрет своего героя и пройдет просто с фотографией, это очень здорово будет и, считаю, правильно. Вечером в каждом районе пройдут праздничные мероприятия. Будут и выставки, и песни, и спортивные состязания. Завершится все на кургане Бессмертия праздничным салютом. Игорь Умаров, Максим Кузнецов, события Брянск.